Вашему вниманию обновленный диск в исполнении Иванушки International от нашей студии Karaoke Диск Club и Karaoke Bass Club. Вот. диск доступен для покупки и скачивания. Форматы диска DVD и Blu-ray. Напоминаю, что у нас есть сайт Karaoke Disc Club. Здесь вы можете значит, ознакомиться с обновлениями и новинками. В данном случае пока что у нас Иванушки, но очень много сейчас будет добавлено как на сайт, так и обновлено на сайте. Также вы можете воспользоваться, допустим, каталогом дисков, да, или списком, посмотреть, какие диски есть на сайте. Но сразу скажу, что на сайте есть не все, поэтому если вам что-то надо, то, соответственно, интересуйтесь, заказывайте. Итак, значит, Иванушки Интернешнл. Значит, версия диска от 7 марта 2024 года. Сборка 6. 50 песен на одном диске. Формат диска DVD. Если в гривнах, цена 200 гривен за диск. Остальные цены формируются с учетом курса, могут быть приблизительны. То есть, если брать в долларах, то это примерно 5 долларов, примерно также в евро будет 5 евро, но ну, в рублях примерно 458 рублей. Это примерно. Почему? Потому что курс формируется с, с э, и, скажем так, с, с нацбанков, и, соответственно, это курс просто примерный. Он может быть больше и меньше, поэтому в данном случае э, э, при покупке уточняйте, какая э, цена конкретно на этот диск. Вот. Значит, как я уже сказал, диск доступен в форматах DVD и Blu-ray. Blu-ray на сайте не представлен, потому что на него как бы особо нету спроса. Цена за Blu-ray X2, то есть если, если брать гривна, то, то цена диска Blu-ray будет стоить 400 гривен. При этом вы получаете бонус, то есть если вы покупаете версию Blu-ray, вы также бесплатно получаете версию DVD. То есть выгода получается двойная, да? то есть покупаете диск формата Blu-ray, бесплатно в подарок получаете версию диска DVD. Итак, так так это касается всех дисков на нашем сайте нашего производства. Во-вторых, если вы ранее у нас уже покупали этот диск, и он уже у вас есть, то вы значит, бесплатно можете его у нас обновить. То есть, в каком плане бесплатно? То есть, получить, скажем так, образ диска бесплатно. Если у вас версия коробочная, то по минимальной цене вы можете получить новую коробочную версию. То есть, если вы, допустим, ранее у нас, у нас купили, то сейчас эта версия будет примерно стоить 50-60 гривен за вот такой диск, допустим. Да, то есть, если вы хотите просто его обновить. Если вы хотите его скачать, то в данном случае это будет бесплатно. Вот. То есть, вот такие вот песенки, значит, есть, есть на диске. Значит, значит, характеристики также вы здесь можете почитать. Подходит для для всех существующих систем, то есть DVD, плеер Blu-ray, плеер компьютером, приставки Xbox, Sony PlayStation, также приставка короткий Mid-Boy с диском. Формат, ну качество вот такое вот. Вот, также, в принципе, вы можете здесь ознакомиться со скриншотами, которые есть, есть, соответственно, на этом диске. Ну, я сейчас, в принципе, сам диск продемонстрирую. Вот. Значит, диск, ну, если вы, допустим, будете скачивать образ диска, то образ диска выглядит вот таким вот образом. Образ весит 4 гигабайта 230 мегабайт. Вот, сам образ состоит вот из из двух папок. Соответственно, папка аудио всегда пустая. В папке видео есть отдельные файлики, вот эти вот вобы, которые вы, в принципе, можете вытащить, если вам нужны песни поштучно. Вот. Диск можно запускать, допустим, самим записать, либо запускать на компьютере, прямо, прямо не разархивируя. То есть для этого можно использовать плеер, допустим, медиаплеер. То есть в сам медиаплеер просто скажем так, переносите образ диска, и он, соответственно, запускается. То есть не обязательно вам куда-то вот разархивировать и все остальное, просто перезапускать, ну, в смысле, добавляете в папку. Вот таким образом выглядит менюшка на диске. На телевизоре она будет выглядеть немножечко получше, вот, потому что там проходит типа что-то наподобие апскейлинга. Вот, ну, на компьютере, значит, диск выглядит вот таким вот образом. Вот, то есть 13 песен на одном экране соответственно здесь можно переключаться сколько, ну в смысле можно переключаться вот, давайте допустим запустим песенку «Небо» то есть запускается песенка реклама у нас только, только на заставке ну а дальше соответственно идет сама песенка которая выглядит вот таким вот образом то есть никаких логотипов нету практически во всех песнях есть клипы но в некоторых клипов увы нету Увы, нету некоторых песнях вот то есть вот таким вот образом все это дело выглядит также напоминаю что вы можете скачать исходники исходники были сделаны изначально в формате кфн. вот у нас получается вот есть столько -то песен то есть вы можете все эти песенки также скачать вот Иванушки International вот такие песенки можете сейчас сейчас глянуть и также Андрей Кириллов это вот из Ванушек, который самый длинный. Вот он, это вот Андрей Кириллов. Формат КФН. То есть, кому не надо диск, может скачать, соответственно, значит, песенки. Также эти песенки у нас добавлены, ну, это база КФН, да, то есть вы можете скачать как всю базу КФН, так и, в принципе, отдельно песенки, допустим, выборочно, либо все Иванушек Интернешнл. Также э, добавлено в базу MP4 формат MP4, который также вы можете скачать. Вот, э, значит, э, ну, по, допустим, если брать папку КФН, здесь получается, ну, без учета Кириллова 58 файлов, 5 э, гигабайт, 450 мегабайт. Если брать, допустим, MP4, то здесь получается 45 файлов, 9 гигабайт. Вот, то есть, если брать, допустим, формат MP4, какое качество, ну, допустим, я сейчас запущу небо, то есть здесь уже видите, качество будет совершенно другое, качество будет очень хорошее. Вот, то есть вот таким вот образом, как видите, это формат MP4, из которого, соответственно, диск сделан. Вот, то есть если мы посмотрим свойства, то здесь формат Full HD 1920 на 1080, 30 кадров в секунду, скорость битрейт у нас получается так 9 9 мегабит в секунду звук 320 килобит два канала 48 килогерц вес допустим конкретно этого файла 288 мегабайт все это можно скачать значит естественно не бесплатно значит цены на это все указаны на нашем сайте караоке Base Club, значит, раздел услуги. И здесь вы можете посмотреть, сколько стоит каждая, каждая песенка, если вы хотите скачать поштучно. Вот. То есть, если вы, допустим, хотите MP4 скачать, соответственно, здесь вот у нас будут такие расценки. Если вы хотите кофеин, соответственно, также будут расценки. Вот. Единственное, может быть, бонусом, то есть, и вы можете допустим если вы заказали какие-то песенки вы можете получать и КФН, и МП 4 по одной цене вот то есть допустим если вам надо и mp4 и КФН, то вы в принципе оплачиваете допустим только кафеян, и mp4 вы получаете бесплатно вот здесь можете посмотреть ценовую политику сколько будет стоить одна песенка также напоминаю что вы бесплатно можете скачать некоторые песенки в формате MP4 с нашего сайта Karaoke Base Club. Это все бесплатно. Здесь песен немного, но тем не менее вы их можете отсюда бесплатно скачать. Также напоминаю, что вы бесплатно можете скачать... Да, вы, допустим, не просто можете скачать, вы можете петь. Песенки находятся на Google Диске, то есть вы можете либо скачать с Google Диска, либо петь на самом Google Диске. Тоже касается наших миксов. Все миксы, которые есть на нашем канале YouTube, вы можете также бесплатно скачать или петь с Google Диска. Вот. Причем здесь версии будут улучшены. То есть улучшен, соответственно, звук, улучшен, соответственно, видеоряд. На этом пока что все. Это видео касалось Ивана Шек Интернешнл. Если заинтересовались, скажем так, этим диском, то, соответственно, свяжитесь со мной вот, и узнайте, как его получить. Доставка происходит по всему миру, то есть где бы вы ни находились, в любой точке мира, вы можете получить либо диск в коробочке, либо скачать образ диска и самим, соответственно, этот диск записать. Если вам нужен какой-либо другой диск, соответственно, говорите, какой вам нужен. Нужен сборник, пишите песенки пишите список, сделаем сборник конкретно под вас. То есть DVD формат, Blu-ray формат, CD, видео формат, ну и так же самым по 4 кафе. На этом пока что все. Спасибо за внимание. До скорых новых встреч. Надеюсь на ваши заказы. Всем пока.